Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В сентябре этого года на выставке InvoExpo «Общество для всех» проектная организация Skyway представила прототип электромобиля для людей с ограниченными возможностями «Юнимобиль». Главная идея «Юнимобиля» — создание продукта, способного сформировать новый сегмент рынка услуг для людей с ограниченной мобильностью. В экотехнопарке началась подготовка к испытаниям нового суперлегкого варианта струнных дорог. Экотехнопарк снова принял гостей, которые на практике убедились, что заезды транспортных модулей продолжают идти в штатном режиме. По результатам транспортной выставки «Иннотранс» в Берлине российское издание «Независимая газета» выпустило статью, в которой изучило перспективные направления развития транспортных технологий. Особое внимание было уделено новинкам Skyway. Приглашаем инвесторов и партнеров на конференцию Skyway Capital в Екатеринбурге и бизнес-семинар в Вильнюсе, которые пройдут в ноябре этого года. А теперь поговорим об этих и других событиях более подробно. На выставке InvoExpo «Общество для всех», которая проходила с 12 по 14 сентября 2018 года в Москве, проектная организация Skyway представила новую разработку – прототип электромобиля для людей с ограниченными возможностями «Юнимобиль». Работа над прототипом велась параллельно с созданием модельного ряда промышленных образцов подвижного состава Skyway. Основными задачами разработчиков были масштабирование и оптимизация производственных процессов. Главная идея Юнимобиля – создание уникального социально востребованного продукта, способного стать основой формирования нового сегмента рынка услуг для людей с ограниченной мобильностью. Помимо этого, электромобиль выступает как вариант диверсификации прибыли проектной организации Skyway, если патент на его производство будет продан стороннему разработчику. Узнать о том, как Skyway планирует развивать инновационный электромобиль и выводить его на рынок, вы можете на нашем сайте. Проект Skyway продолжает наращивать модельный ряд, и речь идет уже не только о транспортных модулях, но и о путевой структуре. Недавно в экотехнопарке началась подготовка к испытаниям нового суперлегкого варианта струнных дорог. По словам генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого, несмотря на то, что трасса суперлегкая и имеет небольшую грузоподъемность, она может решать серьезные задачи. Суперлегкую трассу можно проложить к любой деревне или поселку, пересечь с ее помощью почти любую реку, потому как пролеты между опорами будут достигать 3 километров. Посмотреть на то, как проходили процесс подготовки к испытаниям нового инфраструктурного комплекса, вы можете в новостном разделе на нашем сайте. Все те, кто не успел прокатиться на струнном транспорте Skyway, смогут посетить экотехнопарк и наверстать упущенное. Такое обещание дало руководство компании ЗАО «Струнные технологии» в августе этого года после Экофеста. 6 октября первая группа желающих посетила испытательную площадку Skyway и смогла на собственном опыте оценить работу струнной транспортной системы. Подчеркнем, что гости экотехнопарка самостоятельно организовали группу около 100 человек и обратились к руководству ЗАО «Струнные технологии» с просьбой организовать посещение. Если вы собираетесь последовать их примеру, важно соблюдать такой же порядок, так как незапланированные визиты маленьких групп невозможны в условиях текущего функционирования экотехнопарка. Посмотреть видеорепортаж прошедшего посещения вы можете на нашем сайте. На сайте российского издания «Независимая газета» вышла статья, посвященная перспективным направлениям развития транспортных технологий. В качестве обзорной площадки популярных тенденций транспортного рынка выступила международная выставка «Иннотранс-2018» в Берлине, собравшая под своим началом тысячи экспонентов из разных стран мира. Среди новинок, заинтересовавших автора публикации, поезда на альтернативных источниках энергии и струнный транспорт Skyway. Ссылку на статью вы найдете на сайте Skyway Capital в разделе новостей. Уважаемые инвесторы, партнеры, приглашаем вас на конференцию Skyway Capital, которая пройдет 4 ноября 2018 года в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в центре города, в конференц-зале отеля «Онегин». На конференции вы узнаете об успехах развития компании Skyway Capital в Уральском регионе, новости о технологии струнного транспорта, а также мы расскажем о ближайших перспективах роста и продвижения проекта группы компании Skyway.
В конце месяца, 26 ноября, мы также приглашаем инвесторов и партнеров на бизнес-семинар, который пройдет в Вильнюсе. Тема семинара – дубликация, как правильно построить успешный бизнес. На мероприятии вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять для создания успешного бизнеса, значение дубликации в развитии бизнеса, как реализовать дублицируемую систему работы в каждом регионе, как построить успешную и активно развивающуюся партнерскую структуру и многое другое. Подробнее познакомиться с программами мероприятий, зарегистрироваться и оплатить участие вы можете в личном кабинете Skyway Capital. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.